Привет, ребят! Вы на канале Аналитика Ошибок, и сегодня мы записываем одного из самых метовых саппортов, который из двух ног вырывается, собственно, в этом мини-патче 7.34e, по-моему, да, он называется. Это герой лед. Офигенный герой. Вот прям против него очень неприятно играть. Не заметил ты? Ты особо не играл, наверное, ты не успел заметить. Ему бараж подбафали. Мы сегодня с Эмилием эту катку записываем. Эмиль, здорово. Привет, привет. Покажи аватарку Тимбера. Это важно. Ребят. Такая. Хорошая, хорошая. А продолжение, ну, в общем-то, где? Что... Ну, продолжение, собственно, по гирокоптеру, да? Что с героем не так или наоборот так? Тут, кстати, файт, и тут, скорее всего, его хлопнут, потому что 4 героя оказалось, Глимс, тут просто 5 персонажей. Главное что? Чтобы ФБ не достался медеку. Это очень важно. Что у них меда какая-то, верка. Верка, наверное. Вот что когда у вас есть фейрик стики, в некоторых случаях еще и тумбу заберут. Ну, 5 героев, что поделать. А, когда вы выходите и вдруг вас убивают, старайтесь стик фейрик нажать так, чтобы мидер не получил ФБ. Потому что это очень сильный буст. Ну, типа на сайде это как-то тоже решает, конечно. Лучше не нафидить и стакнуться в пятером. Но лучше именно мидеру не отдать. Ну, или кору по-хорошему. Теперь по гиролету, собственно. Бараж подняли, теперь он наносит 8 урона, а не 6 урона в секунду. И это, соответственно, ну, достаточно сильный баф по процентам. Ну-ка, ты у нас математика, скажи, на сколько? Было 6, стало 8. На 30%. На 30%, да. Все посчитано уже давно. А как же 33,3 вообще-то? Да это забей. Ну хорошо, забили. В общем-то, на 30% подняли скилл на первом левеле. И вот так вот нельзя делать против гирокоптера, братанчик. Что ж ты творишь? Куда ты? Ну, он армор получит от вышки, но, слушай, до конца пошел. КД на скилле нет. Вот это, кстати, кайф того, что челы выходят в пятером на ФБ. Потом, вот ты на гирокоптере за этот кэмп, ты просто не даешь сапу нормально подбанить кэмп. Он вынужден топорно ставить вот такую глухую сэндрю, которую ты 100% задевардишь. И гирокоптер за кэмпы дерется очень успешно. Как мы видим, вот сапика на дизрапторе он поймал. А по раскачке всегда бараш на первом ты берешь? Да, да, да. Ну, слушай, можно подумать, конечно, но... Ну, ракетка, она слишком дорого маны стоит. Она не стоит того. Ты за кустиками прячешься? Ой, хорошо. Попался. За аутплеил чувачка. При том, что у дизраптора опс стоял. То есть он в дизрапторе должен был девардить более эффективно. Он видел эту сэндрю, короче, провтыкал дизрик. Всегда берешь бараш, потому что 75 маны. И потому что сейчас скилл наносит 240 урона, если чувак в соло впитывает. Хотя он на гирокоптере сейчас. У него стик будет. Живет, живет. Так он, подожди, он сейчас еще кабинку разобьет. Кстати, тумба отвратительный герой под гирокоптера. Вот я когда вижу гирокоптера и, там, не дай бог, он на майлине, я стараюсь взять какого-то героя со станом. Потому что у него две кнопки, они слабо такие сетапящие, незамедляющие. И вот представь на этой линии, допустим, Хаус Найт какой-то, который подстанет, подтянет, и в это время ракетка летит, а ты баражом и тычками дамажишь, потом ракетка залетает, у тебя новый бараж. Короче, по-хорошему на гирыче стоять с каким-то замедлением либо станом. Ну, Чаус один из лучших. Да, да. Ну, если это пятерка гирокоптер, то по-хорошему там попиликать своему керичу на Твена, на Хаус Найта, на Врескинга, на какую-то там, не знаю, условно, ну, хотя бы спектру, которая кинжал кинет. Ну, то есть хоть что-то, чтобы, что вам будет помогать. Соответственно... Тимбер будет помогать? Ну, Тимбер, он такой, ладно, видишь, он... Он забрал, разбил дизраптора, чаще должен заменяться. И по итогу тумба приходит на просто халявный килл. Ну, слушай, нормально, нормально. Тимбер хотя бы может дэмэджа дать. Главное, чтобы не ликан, знаешь, на линии стоял. Хотя ликан волками тоже может помочь. Все зависит, конечно, от игроков. Учитывая, что вы на гирокоптере удачно деретесь за большой кэмп, то есть вам не проблемно его разбанить будет в определенный момент и запулить. Ваш пик силы — это третий уровень, и как мы уже поняли, на первом левеле урон сколько? 240, да? Ну, то есть, ну, это очень много. Мы читаем резист 25%, то есть четвертая часть дэмэджа, что равняется примерно 60, она срезается. Ну, это 180-170 чистого урона. Это же очень много. При том, что ты имеешь большой МС, у гирокоптера 340 мувспида с виндлейсом, он все виндлейсы, кстати, взял в стартовом паке, да? По-моему, да. Нет, у него не было виндлейса. По-моему, да. У него было 6 нет. Танга, граната, нет, сентри. Он не взял, он донес себе быстрый виндлейс. Знаешь, то есть не стал копить на ботинок. В чем суть? У Гира, как у героя, очень много статов, у него куча армора, хороший мэс, да. То есть у него 7 армора.
А хп как тебе? И 858, и 2 ветки, и 3 уровень. Очень много хп. Блин, был какой-то такой много брони. Сап, который не сап на самом деле, но из-за статов он... Я забыл, кто это был. Ну, короче, какой-то герой, который на пятерку вот пикается из-за статов. Просто, знаешь, такой плотный, сильный, стоит и с руки дерется. Кентавр, может быть? Сейчас, знаешь, тоже попикивают кентавра. Ну, есть такие саппорты. Ну, вы поняли, короче. Для рейнджевика у него феноменально большой армор. То есть у рейнджевиков такого армора практически никогда не бывает. Возьмем там обычных саппортов. Ну, я возьму дизраптора того же, у него трешечка. Тедис по статам вообще. Очень слабый герой. То есть гирокоптер за счет того, что статы хорошие, скиллы хорошие, он офигенно стоит линию. Вот. И монокост на первую обилку 75 маны всего. И 6,5 секунд перезарядки. То есть ты просто аккуратничаешь вначале, разбиваешь, потом под гранатку можно убить даже, и под второй левел с ракеткой. Третий левел — это вообще ваш сильнейший поврап, потому что урон становится еще больше. 140 на 3 — это сколько? Это 420 дэмэджа скилл дамажит. Нормально. Представь, какой-то аппаратик загулял, вышел на баунти руну, и ты просто с гранаткой бежишь за ним на третьем уровне. Да, вообще любые сапы. Ну, сапам тяжело. Ну, не любые, не. Ну, допустим, сапы, которые могут тебя подсловить, ну, подвыкинуть как-то. Ты их не закончишь. Ничего себе ТП. Да. Он типа в боте сделал все, что мог, и топ полетел. А там просто в миде какая-то душка, он понял, что, возможно, он не поможет. Нормально, плюс скилл заработал, ракетка в двойку. Супер, давай, наверное, прервемся на рекламную паузу, пока ничего не будет происходить, и вернемся через минуту. Бывает, смотришь на имморталку, а хочется аркану. Смотришь на аркану, а уже хочется ДК-хук. Повезло, что в новом обновлении наших друзей из Dota Loot наконец добавили апгрейды, где можно легко улучшить обычную имморталку до арканы и далее. А если у вас еще нет таких предметов, то скорее залетайте в осенние приключения. За первые задания вам сразу дадут 2 бесплатных имморталки за каждый 15 уровень по гарантированной аркане, а за полное прохождение секретный сундук, в котором все шмотки стоят от 12 тысяч. Задания там, кстати, очень простые. Например, подписаться на группу ВК, где каждый день проходит раздача предметов. Кстати, участники приключения получают руны, за которые каждый день можно забирать шмотки в топе игроков. А за топ всего ивента вообще дарят Рошана за 60 тысяч. Но думаю, к тому моменту у вас уже будет столько маны, что Рошаном вас не удивить. Ну и самое главное, по моей ссылке в закрепе вас уже ждут 2 бесплатных предмета. Так, что, возвращаемся? Да, неплохо так он Кентика подразбил. Кентавр тоже на сапе сейчас часто появляется. Ой, сейчас будет очень больно. Ему еще ману обновил, кстати говоря, Котл. Хорошо, а ты на верке сейчас тоже будешь проседать, хоть и под руны щита. Он выбежал просто. Че покупать на гира? Ну, не считая. Я думаю, что ты можешь пойти... Вообще, одна ветка, в моем понимании, для ММа, особенно там на невысоких рангах, она хороша. Ты просто фармишь себе вейл, но при этом на 15-й минуте ты обязан себе купить тайминговый шард. И очень важно сейчас тут... Вот, кстати, соло-сапик, который просто подошел. Кстати, Глимс, ты зря не жмешь, дружочек. За... Ты сейчас можешь умереть. Бежит. Он за экспой пошел. И там Ланая, прикинь. Где Ланая? Она за экспой пошла? Да, она стоит в молде. Она стоит в молде и сейчас даблмал по гирокоптеру даст. Я первый раз такое вижу. Она не убьет же его. Убьет. Как убьет? С двумя молдами может. А, у него какой-то уровень. Плиз. Плохо сыграл на Луне. Я даже мотну, пересмотрю. Он рефракшн не зарядил, типа, сразу? А, у него КД был рефракшн. Нет, он был заряжен. На все тычки. Просто не хватило урона. Ну, посмотри, был у него 8 плюс 5 просто было, когда он пробегал. Там слишком много армора. Ну, одной тычки не хватило, на самом деле. Ну да, да. Был бы у него 6-й, он трапы бы подземлил. Вообще, был бы у него 6-й, он бы туда трапу поставил. Ну, прикольно, слушай, надо это на вооружение взять, такой прикольный момент. Прикинь, килл и экспа для Ланая в таком моменте. Да, вообще, да. А еще ты экспу забираешь, как бы, чел видит экспу, а ты можешь в молде, не выходя из молда, забрать экспу прямо перед лицом. Фокус, да, устроит? Он кликнул на экспу и прокликивает другую часть карты. Что там происходит? Пошел ДПС. Сейчас надо на чили, хотя подходит Keeper of the Light, нормальный урон. Кусочек. А что они мне подрался? У них тройка дазл Кент 4, правильно я понимаю? Да. Кент 4 это вообще это прикольно, мне очень нравится Кент 4. У него хп реген огромный на линии. Потрейдился под денайл, станчик закинул и там подвышел.
Это надо нормальную линию поставить. Похилят сейчас на котле. Найс, найс. Очень хорошо. Ну, в чем суть? Бегаешь, кидаешь ракетки, на линии барабан дамажишь, покупаешь себе либо дискорд. Но я, кстати, как иногда дискорд скипали. Там, типа, знаешь, если играешь... Ну, короче, ты все утилити предметы покупаешь, по сути, которые нужны в катке. Если нужен лотус, ты берешь лотус. Если нужен юл, ты берешь юл против бары. Там, да. Что еще? Если нужен солар забафать своего, не знаю, кого там, муэрту, берешь Ну, вот я смотрю на саппорте, иногда берут арканцы, иногда лотус какой-то даже пытаются собрать. Но очень часто вейл появляется, но я думаю, вейл... Чем он хорош? Он приятно из базилки делается. Берешь себе корону, потом копишь просто на рецепт вейла. И вейл в хорошей игре отличный. Ну, слушай, здесь если, допустим, арканцы к тиме нужны, ну почему бы не... У тебя какой-то там, я не знаю, тини панга в миде. Почему бы их не забафать? Ну, я вообще это к тому, что у тебя, типа, нету... Что ты копишь на какой-то предмет особый, да, который у тебя сильно бафает. Ты покупаешь все, что нужно в катке. Вот. Нужно купить что-то, ты копишь на это. Тут, кстати Дискорд хороший, потому что у него тимбер. Будет бафать и мускил, и котел еще. Да, бафается же еще урон просто от заклинаний, то есть там, в принципе, все скиллы бафаются. Там урон вайда даже от баши и от мауш. Ну, чистый бафнуть, будет бафаться. Вообще кайф. Чистый бафается, да, это супер топчик с котлом. По поводу гирокоптера, вот ты, как ты сказал, ходишь, находишь киллы. А гирокоптер, такой персонаж, вот мы по первому скиллу говорили, уже урон у него 6 сотен на скилле. То есть, в принципе, за 2 баража ты можешь убить нейтральный кэмп. А когда у тебя 6 секунд на бараже, соответственно, ты можешь просто очень быстро подкачиваться или не пушить. Хоть и говоря, он за то, что сейчас на верке убьет гирокоптера, где на гирыча ошибся, надо было от нее бежать, потому что верка бы умирала 100%. Он мог пожить. Трапами насрано. Как тебе замедление? Бедняга не двигается. Вот, что я видел? Я видел, гирокоптеры 7 левел берут и просто начинают, знаешь, если ничего не происходит, они что-то стакают для тиммейтов, что-то сами просто качают. Большой МС, его впадло трогать на гирокоптере, у него офигенные таланты на ХП на 10 уровне. Просто он и так статовый, и ему еще 200 ХП дают почти. Офигенная ульта. А что делает Шард? Он в вашу ракетку вторую хоминг миссл встраивает, получается рокет бараж. Если чувак на МСе, как ВРка, убегает, и ракетка под ней, то урон там, как бы, понимаете, он не заканчивается от баража. То есть это, как бы, бесконечный бараж. Ну, пока поэтому не полетит, ракетка... короче, она будет дамажить, если она будет рядом. Да, ракетку пора лучше впитать. Ну да. Вот. И вы играете, как правило, под кого-то. Ну, то есть вы ищете просто какого-то героя, с которым вы можете драться. Это, кстати, очень важно. Потому что если тебе не с кем файтиться, то такой гирокоптер, ну, ничего не делает. Ну, типа, ты можешь просто фармить, но у тебя герой в моменте может кучу урона нанести магического, тебе нужен какой-то плюсик под кого-то сыграть. И все, бегаешь, наводишь движ. Два пауэрапа я бы отметил у гирокоптера. Ну, на линии там, понятно, третий уровень его очень сильный. Там пятый, да, вот шестой. Шестой левел получил. Можно, в принципе, было бы смог переложить, потому что Войд под ботом остался, хрона не потратил. Вот он перекладывает смог, чекает топс. Не оказалось топса, соответственно, они какой-то килл попытаются найти и понимают то, что верка это халявный килл с ультой котла под замедло. Замедло пошло. Ракета, кстати, ультра бесячая. То есть ты обычно бежишь за челом и думаешь, блин, подцепим, не подцепим. А тут ракетка точно летит. Механика, кстати, ракетки, да? Если человек умирает, на которого ракетка повесилась, то на второго переключается. А там еще один? Там дис, там дис. А? Нормально, заберут. Сейчас тумба догрызет. Нет. Хорошо, на тумбе видел билды сейчас делают? Да, да, блин, блинк прикольно. И первый, второй макшен. Мне нравится, мне нравится. Прикольно, что-то бегает, пилит. Как будто... Ну, надо 7-й левел апнуть. Раньше коннектиться теперь. А чё ты? Я видел, как гирокоптеры из-за рандомных соло-киллов... А... На верке не умер? Нет, там иллюзии. Нет, пока что. Ульта, ну, вот сейчас он, кстати, научен горьким опытом, отходит. Ну-ка. Блин, так он сдохнет сейчас на верке, нет? Нету этого говна? Второго. Там тимбер бежит. Там пит. Хорошо, что на котла пересели. Сейчас Гирыч на самом деле может так много урона дать. Да. Все, ты умер на дизрапторе. Хороший чейн, задолжил Блимс. Красиво. После этого чейна он сдался.
Вот такое вот вы покупаете себе Транквиллы, Виндлейси, Глиммер, Форест, чтобы пожить. Барабанчики он хочет, но вообще нельзя барабаны сейчас покупать. Почему? Ты обязан купить себе шард. Ну да. То есть нет смысла потом шард докупать. Не, я думал, что ты типа против барабанов что-то имеешь. Не, против барабанов вообще ничего не имею, особенно против грейжных барабанов. У гирокоптера же под баражом сопротивление замедления 50%. То есть любое слово тебя замедляют в половину меньше. То есть, если условно скилл должен забирать 100 мс, то он у тебя забирает 50 мс, когда ты нажал первый скилл. Very good, nice. Да, это приятный баф. Да, он шард тебе купит. Вот. И по поводу шарда еще, ты еще эффективнее качаешься, ты просто в пачку крипов ставишь ракетку и первый скилл нажимаешь, жмешь ВЛ, и ты просто раз за два скилла убиваешь пачку. Что вообще супер-мега-найс. А он не начал. Ну это уже плохо, это уже плохо, как они бегут. Вообще так забегать против Дизраптора, Котлом, против Стампида, это руин. Не успел первый нажать. Нажал, первый, может быть, кента сейчас догрызли. Тут Тимбер пришел. Такая... Ну такое. Не, они просто отвратительно побежали, зачем? Ну да, они плохо бежали. Ну так, чисто по фану. Но было бы плохо, если бы он с собой котла забрал бы. Там, как будто плохо кнопки нажали враги. Трапа. Итого... Так он сейчас... Дезоля нет, но доберут. Ну нельзя так квест Дизраптора забегать, но это прям очень плохо. Там уже Войд пришел. Есть Грейв, есть Хрона. Блин, не попал. Неплохо, потому что Темпларку забьют. Тик на воде. Гир уже успел резнуться. Ха-ха, Гирич бежит там за веркой. А, кстати, сейчас побежит под бот, он не увидит. О, трапа там стоит. Сейчас Гирич на трапу наступит, и верка его просолит. Не-не-не, он обходит. В центре трапу спалило, хорошо. Он будет выходить? Ждет. Ну давай. А, он лотоса пошел забирать. Не-не, он не пошел, он в кустах стоит, тоже ждет. Давайте ждать, мы тоже подождем. Хотя рано просканили. Опа. Слушай, сейчас Верка выйдет на... А? Вот он. Помоги на Тимбере. Помогай. Все, помогай, все, не боимся. Умер. Хорошо. Посмотри вот на урон. Какой кайф. Пшик-пшик просто. И пятюни еще друг другу дали. А Гирыч прямо сейчас популярный уже? Да, часто его берут. Видел комбинацию Гира плюс Тренд. Знаешь, как они офигенно играли. Они просто вдвоем шли. У них какие-то ранние шестые левела были, там, до 10 минуты. И они просто вдвоем шли и выигрывали катку. Тренд идет, просто хилит, светит всех, замедляет. Гирокоптер кидает под эту ракетку и просто убивает персонажа. Коров там они фармили. И при этом их с их МСами и ХП невозможно убить. И они просто вдвоем мувались, и вообще ничего нельзя было сделать. Прикольно. Они просто ходили и фармили всю карту. Типа, ты на сабе, знаешь, идешь девардить, не получается, тебя убивают. Вы вдвоем заходите с каким-то кором, вас убивают, Тренд плюс Гиролёд. А ты помнишь, мы уже вот Гира Сапа видели когда-то давно? Кто это, кто играл? Не помню, было такое. Фата. Мне он тогда не нравился, потому что, наверное, герои были такие еще. Фата играл? Может быть. Не скажу. Кендаврик мне через Транквилл очень нравится тоже, блин. Транквилл и нейтралка, качаешься чисто. Не мудрено, какой-то флекс, что плохо, тебе Кендаврик по нраву. Да, надо будет этот файт успеть. Да бежит. Только Транквилл сбитый. Ну, котел, кажись, сдохнет уже, или нет? Ой-ой-ой. Блин, его камера нифига не поймет, что происходит. Ну, чисто догрызть тут верочку. Нормально, просто команду колешь, драться. Минус кентавра. Вот в этой игре, если игра как-то не по плану идет, и даггер откладывается, ты просто кусок. Кусок. Да на самом-то деле, ну, удивительно, да, что они топ не уничтожили. Почему они не уничтожили Вайда с Дазлом? Вообще, ультрафрилиния для Дазла. Под Дазл, Кентавр против Вайда, ну да. Вайда, Муэр, ты просто стоите, качаетесь, обденаиваете, дэмэдж даете. Плохо линию, скорее всего, постояли. Тебе волнаю, гирокоптер хороший. Из-за большого армора, из-за того, что щит сбивает быстро очень. За миллисекунду. Она вынуждена еще, я не знаю, тратит ли она рефракшены на ракетку, но
Щит реально сбивается, если ракетка долетела. За микросекунду даже. Тут хоста. Что, топчик, типа, топчик. Еще гирокоптеру не нужно ничего ждать. Успевается ли фракшн сняться до взрыва ракеты или по что? Да, да, ну и в смысле, чтобы разбить ракетку, офигеть, вот, вот вам и урон. Там чё? У нее было 1200 хп. Кайф. Какой кайф. Реально кайф. Ну вот просто... Так это он с котлом еще, видишь? Он обновляет, там ракеты типа... Нормально, нормально, да. Ракетка, когда 12 секунд, то можно прям тоже подспамить. Да кайф, кайф. Надо на гирыче покатать. Ну да, если у тебя... Тебя заставили на 5 сесть или на 4. У него винрейт 51%. Для такого героя, знаешь, как гирокоптер, 51? Типа рофл героя, это хороший винрейт. Не, ну нормально, да, 51 нормально. Сейчас, а еще можно сапиков кемперить вот на рунах. Знаешь, так чисто. И сколько он тут будет стоять? Чё? Сколько стоять он будет тут стоять, да. До 21-й, как на рестнице. Перематываем. Плюс 60. Не, ну вообще он тут, наверное, кого-то кора ждет. Ланая через 20 секунд. Вообще, знаешь, в чем прикол еще барабанов? Вот когда есть виномансер, да, там какой-то, который замедляет очень сильно, ты же... Можешь барабаны купить, чтобы замедло не работало. То же самое на трапах. То есть ты можешь против темпларки просто эти барабаны купить, не получать замедлого трап и катить ее же по жесткачу. А там уже фит вообще тотальнейший. Он а на гирокоптере... Че он мувается? Не пришел на встречу. Надо было там остаться. Да. Подожди, куда он ракету поставил? Не обратил внимания. Что-то я думал, ее на ката поставит. Ну, покажи хоть, что там происходит. Ладно, я сейчас не выдохнет. Закуривай, брат. Вот смерть. А можно ракетку форсить, как раньше это было? Да, да, можно. И пику на нем можно нажимать. Слушай, можно по приколу, вот, допустим, ты бежишь за чувачком, он резко жмет ТП, ты поставил ракетку и форснул ее, чтобы она сбила. Форс рефреш надо тогда. Прикинь, как он офигеет. Форс рефреш. Ну, двойной форс. И потом рефреш и врага форсаешь. О, все, все. Помнишь, как когда я на Sky играл, смоки скупал и бегал за одним да, челом? Да, вот да, да. Я кайфовал в тех катках. Слушай, но, кстати говоря, он а тут кто-то есть. А че, первый не нажал сразу? А под отойти сразу? Ой, нубчик. Ой, нубчик. Ой. И он все равно убил его. Недралка еще офигенная. Это игра, в которой ты на линии полезный, хорошо мувнулся, то герой очень много делает. А ты на линии не можешь быть неполезным, мне кажется, ну, знаешь? Может, какая-то линия есть, где тебе тяжело импакты дать? О, я думаю, ВС пугны аппарата будет не очень удобно стоять, потому что сапы, которые имеют километр рейнджи, они с тобой размениваются с километра, а если ты в кусте как заныкался и не показываешься, то, соответственно... Тут твоя тройка говорит, братик, надо показаться, а то мне лицо... Да, надо показаться. Ты что тут делать? Летать по карте. Башня сил света разрушена. Все, брат, нижнюю я уже вырубил запись. Алло. Жора уже ушел. Теперь он здесь будет, брат, сидеть и ждать, пока кто-то придет. Алло, Жор, ну я пошутил. А, ты замутился. Да я случайно кнопку нажал не ту. Оценил, что он теперь здесь будет сидеть? А, что, он может соло бить терзателя? Я не верю. Ну ладно, хотя бы потестировал. Ему очень хотелось шардик. Там уже игра заканчивается. Интересно, мы игру с тобой записываем. Давай. Там Котл уже умирает. Давай на Хаймэры выложим. Я как раз давно не записывал. Не, нормально, нормально. Она такая типичная гирокоптерская игра. То, что остальные он проигрывает. Еще драфт сильнее. Тут Войт Лунаю. Лунаю не доминирует. Не было ни минуты игры, где она доминировала. А так Войда ты никогда в жизни не одолеешь. Лунаю. Да, хорошая Лунаю. У Лунаю 8900 на торс.
Подожди, ВРК 18 уровень почти. Нормально, а Dota 2 работает. Котла Тимбера убили. У него левел 18. На КБ нажал? О, найс. Найс, шейкл. Так у него нету фокус-файера. Мне кажется, лучше бы он не приходил, они без него лучше дрались. Ой, шмер тут били. Ладно, это не круто. Подзатянули карточку. Что, на Лунайт забагалась ракетка. Чья ресница? Соларка, кстати говоря, вот я видел, Геблейд покупают. Офигенный. Да, через кстати. Через Каю, Гост, вот приятненько. Ну это немножко... Через Гост. Вот через Гост норм, через Каю как-то смотрится, знаешь, слишком жадно. Ничего себе. Знаешь ли. О, хороший танк кентавра. А он был у него связан из-за шейкла. Я так сегодня, кстати, игру проиграл. Еще вода убьют. Не, мой живет. Они уже еще ведут 13 тысяч. А, подожди. Повезло, да? Не хватило. Повезло. Ну ладно, против Кунки и Дизраптор аккуратно надо тэпаться. Сразу. Я сегодня, мало прикинь, ли. Лечу, значит, на Firefly на Батрайдере. Нажимаю БКБ, убиваю. И тут чел нажимает шейкл на шамане. Я лечу такой спокойненько под БКБшкой, улетаю, а потом застыл. Навечно. И стою в шейкле, да, из-за этого сдох. Эта механика немного тильтит. Что, они отдали Рошана, который, ну, пока что только Аегис, это первый Рошан. Чё, сами не пошли, не забрали Рошана? Да, расслабили булки. Заигрались, да. А потом начинают резко потеть, потому что, ну, потому что катка, собственно, становится сложной. А, кстати, у врагов, они идут пушить, они должны просто фармить. Ну, барабанчики нажал, пар выбежал. Просто пойти в войдом тимбером вперед с ПКБшками. Нормально, трап пофармил. Станкента впитал, хорошая хроносфера по всем. Прям по всем вообще. Четыре героя, кроме кентавра, который выпрыгнул. Мне понравилось, на когда Войд поставил хроном по четверым, но не он герой записи. Герой записи гирокоптера. Станкента впитал. А мы Войда поставим на аватарку. На превью. Да стан кента впитал просто. Да. Она, видимо, не очень опытная и плохая прям у него игра. Ну, слушай. Сам по себе игра как будто бы отстойная для Ланая. Тяжелая линия, фрифармище Войд, кстати. Да линия не тяжелая, в Стимбера ты всегда на фул фрифарме стоишь. Просто Дизраптор подруинил. Чё? Ты вечно в параллель говоришь, я что-то не... Могу молчать. Не слышу. Даже сейчас. Диз еще глушит, видимо. Говорю, что если бы Дизик не подруинил бы, они бы под мелт могли бы нападать на Тимбера. Так, моя очередь теперь говорить. Я хочу сказать, что если бы Диз там не погибал, ну то есть он кнопочки... Он один раз ошибся, когда побежал плохо... Да. Двардить. А так, ну, если бы он старался очень аккуратно стоять, они же бы просто Ланаю дубасили вдвоем. Нет такого вайба. Войд. Ну, хорошо, Войда убьют. Войд порофлил. Опять шейкл залетает. Нормально шейкл у этого чела. О. Куда ты на дизике подошел? На ракеточку. Хоп. А еще ракетку можно в БКБ ставить. Сейчас тоже офигенная тема. А талант там есть? Ты плюсы себе брал. А, таланты тут хорошие еще. Нельзя да. Ракетка на 3 секунды ставит, станет. Оп. И ракетка переключилась. Блин, хорошо. Ну, она должна была на ВР-ку переключиться. Она тебе ничего не должна. Граната от кентавра прошла. Жестко. Кайф. Падывайте. Подожди, чуть-чуть. Вот она, вот она. Надо добить, добить. А флэг нажать, а флэг, чтобы по жесткочу вообще всех убивать. Хороший глимс. Он с ББК прыгает и не убивает Гирыча. Бывают в жизни огорчения. Да, брат, надо просто халдить блинк рефракшн, и ты 100% блинкаут нажимаешь. А тут ракета летит.
То есть там уже Войд успел реснуться, правильно я понимаю? Да. Да, да. Бесконечный файт. Он уже реснулся, тэпнулся и покачался. Ну что, заканчивайте их. Ну, гост нужен. Вот были моменты, когда он гост мог пораньше купить против Верки и Темпларки, чтобы время выигрывать. Ну да. В целом, я думаю, что если бы игра была бы не самая простая, он бы взял гост. Просто Лана не шотала. Может, еще Блинк? Блинк мне нравится. Подумать. Да, но просто ты его не можешь раны купить. Тебе, получается, нужен шард. Ты же не будешь шард Блинк играть. Ну, шард, вейл, может быть, барабаны не градить. А именно Блинк купить вместо грейда барабанов. Они дорого стоят. И чисто ракету 1700, ставишь, бараж заряжаешь и в них прыгаешь. Найс. Нормально, нормально. В целом играбельный герой. Как понять, что Ланая в тильте? Во-первых, она поставила себе нулик. Во-вторых, она купила себе 2 сентри. И убила терминатора на 29-й. А, игры у него нету. Я его глазами немножко посмотрел. Мимжик. Вот в этой игре, кстати, ему как будто невозможно без БКБ играть. Ну, типа... Вообще... Ну, уже да. Уже да. В данном темпе можно любую игру на лунай без БКБ играть, мне кажется. Вот прям буквально любую можно играть без БКБ. Не, ну... Понятно, что если есть кому прыгать, там, ты вторым номером заходишь, это может сработать. Но он на секунду показывается. У него ставится либо ракетка, либо котел кидает ВСЛ из-за медло, и все, он скиф. Ну, понятное дело. Так дай тиммейтам начать просто. Вот этим тиммейтам. А у кинда Блинк... Чё они там вообще? Блинк Глимер. Слушай, один метовый саб одолел другого. Да. Ну чё, прикольный гирокоптер. На самом деле, офигенно на нём побегать. Просто решили вам показать, как на нём играют. Ничего такого сверхъестественного. Главное не фидить, стоять аккуратненько, баражиком на себя брать саппорт, а потом просто идти и форсить драку везде. Кстати, урну берут еще на гирокоптере, забыл сказать, чтобы еще больше урона было. Что прям больше не будет, брат. Сегодня запись. Шутка. Так, сколько урона? Берешь коготь, три ветки и в лес с флагом. Кстати, да, стакаешь. Стакаешь, фармишь. Себе стакаешь, ну? Не, ну тебе надо, тебе надо тогда за... Там за Рейден, да, хп реген же снизу? Да, надо в бот бежать. Надо в бот бежать, да, и там... А потом мана закончилась, портал и в топе покачался. Да, как раз курицы забрал, если ты вот за дар играешь, курица в топе забрал, качнул и обратно в бот на хп реген. Это искусство, это искусство. Сколько там у него урона? Давай чекнем. 23 тысячи почти. Нормально. Ну, я думаю, можно больше. Спокойно можно больше давать на гирлете. Ладно. Все, спасибо, ну, что ладно. Смотрели, ребят. Спасибо, ребят. Пока всем. И подпишись, конечно же. Подпишись. Все, всем ба-бай.